Привет! Сегодня я хочу показать вам рецепт смузи. Смузи – это густой коктейль на основе фруктов, ягод, овощей с добавлением молока и молочных продуктов. Итак, сегодня я приготовлю вам смузи из малины и банана с добавлением молока. Это будет очень полезный и сытный коктейль. Банан я уже порезала. Здесь у меня один банан. Малины я взяла 200 грамм. Можете взять больше, можете меньше по вкусу. И молока у меня 100 миллилитров. Итак, сейчас нам нужно банан и малину смешать в блендере и добавить туда молоко. Приступаем. Добавляю бананы. Сюда же добавляю малину. Она уже сок дала. Нам что пить. И сразу добавляю молоко. Все это до однородной массы перемешиваем. Либо в миксере, либо блендером, у кого что есть. Вот наше смузи готово. Вот такое вот оно густое. Вылим его в стаканчик. Достаточно густой. Ну, в принципе, вы можете добавить сахар, если вам будет не сладко. Но вообще он подается без сахара натуральным. Ну вот и все.